Это должна была быть обычная охота, выходной день, собрались с напарником, узнали у ребят о том, что на нужной нам территории нету льда, решили выехать проверить местечко. Это был первый выезд в этом году на заданную территорию. Никто не знал точно, будет ли прозрак, какая будет погода, будет ли рыба. Интригу сохранял момент до последнего. Хотя говорили, что кто-то плавал, кто-то что-то видел, видимость будет, не будет. Вот выехали, посмотрели, погодка была прекрасная, прозрак порадовал. Течение было умеренное, был выходной день, временами его вообще отключали. Ветер менялся с переменным успехом, мы несколько часов ждали на берегу, пока уляжется волна. Прошло 2/3 охоты, долгое время плавали вверх-вниз. Сплавлялись, повторяли, заходили на первый круг, на второй. Рыбы, в принципе, не было. Встречались одинокие маленькие судачки, в принципе, больше ничего. Глубина 10 метров. Прибор показал 9,5. Соответственно, пузо не ложился, так 9,5. Видимость позволяла снимать, поэтому после того, как я заметил движение под корягой, заметил ее буем, пометил буем. Вот, вернулся, поднялся и сплавился еще пару-тройку раз, чтобы поснимать хороший кадр. Света было вполне достаточно, фонари не включал, вот, потому как одно было только хуже. Прозрак был настолько хороший, что позволял снимать без дополнительного освещения на такой глубине. Прозрак по горизонту был на такой глубине порядка 4 метров. Я думаю, что это была зимовка рыбы, так как при попытках разогнать их, расшевелить, сомики все равно возвращались под корягу, то есть не текались от нее, как это бывает обычно на других охотах. Вернувшись на корягу несколько раз, я понял, что рыбы достойной выстрела там нет, поэтому решил просто поснимать и эту рыбу поиграться с ними. Предпринял попытки разогнать их, чтобы приучались к опасности, о том, что охотник имеет на них виды и не стоит так близко подпускать. Конечно, настоящий охотник не станет стрелять такого размера самого. Сам факт присутствия такого количества мелкой рыбы говорит о том, что несмотря на такое количество выловленной рыбы, все-таки рыба размножается, есть молодежь, будет подрастать, главное дать ей вырасти, достигнуть полового созревания, и чтобы она размножалась дальше. То есть рыба есть, на данный момент еще не все потеряно, главное сохранить то, что имеется, и не все убрать. Подобного рода съемки, конечно, даются нелегко, нужно быть подготовленным, глубина из разряда не мелких. Снаряжение крайне сказывается на глубине нырка, на задержке дыхания, толстый костюм сковывает движение. Охотник обязан просто быть в нормальной физической подготовке, дабы видеть такую красоту.